Всем привет, меня зовут Никита Почухензов, и сегодня я хочу поднять тему, которая волнует все прогрессивное человечество, а именно этот предмет. Почему же ты шипишь? Почему ты так шипишь, что тебя слышно даже на последней парте в школе или в университете? Чтобы ответить на этот вопрос, я провел настоящее расследование, а именно нашел эксперта-химика Бориса Кареткина из Менделеевского университета. И вместе с Борисом для YouTube-проекта «Отвечает Менделеев» мы не только расскажем, но и покажем, как действует конфета у нас во рту. Мы серьезные люди и проводим эксперименты в настоящей химической лаборатории. Итак, что же нам понадобится для приготовления шипучки? Все то, что есть у каждого человека дома. Лимонная кислота, сода, сахар. Ну и если мы хотим фруктовый вкус, это немного порошка фруктового. Ой, вкусно. Итак, берем фруктовый порошок Асаи. Не обязательно этой фирмы, можно любую другую. И насыпаем пол столовой ложки. И тоже пол столовой ложки, чтобы было посладше. Насыпаем немножечко соды и размешиваем. Ну и последний ингредиент – лимонная кислота. Наш гость. Теперь это нужно растолочь до однородной массы. Ну что, наша смесь готова. Осталось добавить туда капельку воды. И вуаля, она начнет шипеть. Именно это происходит у нас во рту. Давайте посмотрим. Вот наш волшебный порошок. Накладываем его на экспериментальное блюдце. Отлично. Волшебная вода. Ну, вообще-то она не волшебная, а обычная. И вот так вот. Смотрите, что происходит. Она начинает шипеть. Но почему же все-таки проходит такая реакция? Дело в том, что в присутствии воды смесь сухих веществ, соды и лимонной кислоты, начинает реагировать. При этом в соде, или, научно говоря, гидрокарбоната натрия, натрий замещается водородом и образуется угольная кислота. Она очень слабая и в воде тут же разваливается на воду и углекислый газ. Вот шипение – это и есть выделение углекислого газа. А как побочный продукт образуется натриевая соль лимонной кислоты. Вернемся к нашей шипучей конфете. Я не знаю, как ее производят, но смею предположить, что берутся две половинки, в них засыпается наша привычная сухая смесь, какой-то вкус, все это склеивается сахарным сиропом, и в красивой обертке эта конфета попадает к любителям громко пошипеть. Ну что ж, теперь вы живете с этим знанием, а за шипение скажите спасибо водороду. Ой, какая кислая.